Всем привет, с вами Brain First, и это мое прохождение наемников. У нас остался последний герой, это Альберт Вескер, и последний уровень, за который, кстати, никто не проголосовал, вообще ноль. Это круто. Дело в том, что это мой нелюбимый уровень тоже, но придется играть, раз уж он есть. Придется в него поиграть. Почему он так мною нелюбим? Потому что в нем нельзя спокойно постоять и поотстреливаться. То есть вам нужно все время бежать за новым временем, все время бежать, бежать, бежать. И, конечно же, не успеваешь толком, не то что там поотстреливаться, даже комбо нормальное набить не успеваешь за это время. Вот. Ну что ж, начнем. Альберт Вескер на базе, скажем так. Забирай, забирай гранату, Альберт. Скромный парень, Альберт. Что про него скажешь? Довольно-таки прикольные удары делает. Альберт уже давным-давно не человек, поэтому... Ну, криты в голову, это, конечно, круто. Даже для меня. Так вот. Не-не-не. Ой, я там случайно еще и плагу убил. Да, вы все неудачники. Пойду заберу патроны, потому что... Очень нужны Альберту патроны, если честно, на этой карте. Да и вообще. Не только на этой карте. Ну, случайно я спрыгнул, не нужно было это делать. Ну, ладно, что сделано, то сделано. Блин, ну что ж такое-то? Беги, Альберт. Не, он туда гранатку. Черт! Так вот. И так будет с каждым. Поверьте мне. Бонусное убийство, но не так уж оно, конечно, и нужно, это бонусное убийство. Да ё-моё. Опаньки. Здрасте, не ждали, как говорится. Сейчас мы быстренько снимем его. Вот и все. Хилочка. Еще хилочка.